чинить. Как ассасины, да, там. Синдикаты эти всякие, Юнити, там, Бразерхуд. Надо поговорить на тему зомби. О теме гребаных зомби-фильмов. У американцев это больная тема. По-моему, у американцев. Я не знаю, чья это игра, правда. Вот. Акцент тут странный. То есть... они любят тему зомби. Смотрите, а вот сейчас да, слева горит красным наш индикатор, эти обоссанные. Вот, ну короче, любят они зомби, любят фильмы ужасов. Хотя от них один сплошной негатив, ну конкретно от фильмов ужасов. Мертвечина, я имею в виду дьявольская. А вот зомбари, ну чисто так, для мяса. Так, я уже проехал. Это может быть ничего такого. Но вы подумайте, у них, мне кажется, большая часть фильмов про зомби. Это рассвет мертвецов, закат мертвецов, полдень мертвецов, полудня, обед мертвецов, ужин мертвецов, завтрак. Завтрак это уже был. О, ну вы понимаете, наверное. Валим отсюда. Вот, то есть американцы, да, всякие острова с зомби, везде у них зомби есть. Джазир. This will help a lot. I'm sorry about your friend. Thank you. Don't worry. At least we know what happened to him. And it's no shame to die that way. Упавший с небес. Не понял. Это они про самолет, что ли? Или что? Собрание. А, я выполнил случайное задание, видите, найдите близнецов. Блин, а представляете, если бы я их не нашел, я бы сюда обратно перся. Был бы полный звездец. Так, точило там. Значит, иди. Куда нам далеко переть? Блин, однако далеко, далеко-далеко. Они меня задрали, честно, посылать меня в задницу какую-то вообще постоянно. Так, топливо. Что тут у нас? Тут у нас вроде все чики-пуки и пуки-чики. Да, детка. Ну вот, продолжаем про тему зомби. Хотя я знаю, меня не очень хорошо слышно из-за того, что точило гудит как... как какая-нибудь... не знаю. Неважно. Так. Ну ладно, доберемся, наверное. Можно точилу раскрасить. Она вся в каком-то помете голубином. Хотя из-за игру, по-моему, ни разу ни одну птичку не видел. А, кстати, где все дикие звери там? Нет, нет, нет. А, мразь, по-моему, взорвался все. Блин, я заметил, много стало вот этих вот красных камикадз, которые взрывают сами себя. У которых язвы уже там. И они, короче... ну, видимо, и... о, бегут. То есть, видимо, у них какая-то очень мощная такая изжога, и они, ну, как у меня после обеда, после супчика пшенного, да, бывает такая зверская. Так, сейчас осторожно будем паркурить. Ой, не паркурить, не важно. Бам, и все. И опять говно, ну зашибись. Что это такое? Вода какая-то желтая. Ну, конечно, зомбари купаются там. Омовение происходит. Слушайте, я что, обратно к этим близнецам, что ли, бру, ёп. Я, походу, реально к тому же месту возвращаюсь. Ну, это же скач какой-то вот начинается. Так, что там внизу? Внизу ад, походу, да? Нет, удивительно, но нет. Лучше уж вниз, чем там наверху с этими быстробегающими с котами. Тачка в хлам. Вот. Так, нужно не забывать про болты. А нахрен я вообще спустился? Ну, наверное, нужно, не знаю. Давайте посмотрим. Так, выезжаем на греб. Опять эта баба жрет. Мы же здесь сбивали уже. Ух, фига вообще. По-моему, эти монстры никогда не кончаются. Потому что столько я уже перебил их за всю игру. Если бы игра... охренеть. Если бы игра была более реальная...
Да что такое происходит? На. Вот по одному давай бошку рубить. Что это было? О, ни хрена, камикадзе, походу, взорвал. Чпонька. Ах ты мразь какая, посмотрите, какой он. Умненький. На, поджопник тебе, еще давай. Бошку, бошку и башки нет, все. Да сколько можно, блин? Вот уроды. Может, маскировку сделаем? Как вы думаете? Кстати, зомбарь, который на тачке разъезжает. Уникальный транспорт. Да еб! На табло! Маленькие мерзкие ублюдки. Я не знаю, как их назвать больше. Откуда их столько? Это все из-за того, что я принял эту солнечную, эту бабу. Матери эту солнечную. Я после этого их столько много стало. А ну разойдись, батя едет. Все, валим нафиг. Уходи отсюда. Что ты делаешь? Да выйди ты из точилы, блин. Красавец. Давай, чуваки, что тут? Что, не... Ублюдки, что сюда? А, вот что-то. Да сколько можно-то, ёп! Просто жмем и все. Кто тут? А, вот негры пошли. Ну давай, вот еще белый какой-то. Уроды долбанные. Давай, мочи их. Сколько можно уже терпеть? А, все, это уже обычные зомбари. Че ты мне тут машешь еще? Ну-ка, уйди нахрен. Че такое произошло? Так, сейчас еще шум привлечет. Может, реально моя тачка слишком громко шумит? И она привлекает шум. Я не понимаю, сколько тут еще. Ах ты мразь, давай. К тёлке будешь так подкатывать. Пошел отсюда. Какого фига, где? Я не понимаю. Что делать-то надо? Ну? Вот это что? Рация какая-то. Давай. Все, пукан мой, успокойся. Пердак. Найдите мистера Волкана. Волкова, блин. Охренеть, что это такое вообще? Сюда входит 3 точки с бегунами. 3 неоткрытые точки, которые я не знаю, как открыть, потому что они гребаные, забагованные какие-то. Они, блин... Я всю их очистил, а там сказано: закройте ворот, пожалуйста. Я такой: закрываю ворота. А они такие: пошел ты отсюда, тут нет никаких ворот. Реально там нет никаких ворот. А, опять я не хочу. Где мои пилюли? Поехали. Давай. Опа. Дрифт. Че такой красный? У кого-то пукан горит, похоже. Ну давай посмотрим, что. А, подождите, это даже. Я не знаю, что это. Может. Что это вообще? Ни хрена себе! Точно пукан у кого-то. Да куда ты прыгнешь? Давай, сейчас опять эти побегут на меня, красножопые холеные. Ну давай. Так, трамплинус. Чпоньк! Охренеть. А, кажется, у машины отнимается это. ТП-шечка. Блин, смысл игры... Сорвайте. По-моему, я там пробку наткнулся. Ладно, смысл игры... гонять. Крейн. Нашел самолет. Он правда разбился? О, смотрите, питерские разборки какие. А, там чувак, надо было ему помочь. Yeah, 2 survivors, but no, they're just a pair of suicidal mad scientists. More dangerous to themselves than anyone else. Scientists, you say? The mother would like you to keep an eye on them, just in case. Подожди, это наши друганы там сидят, двое вот эти вот, да? Это же они на самолете разбились. А кого мне искать-то? Упавший с небес. Найдите мистера
Волкана. Волкова, какого Волкана? Опечатка в натуре. Волков, да. А, мужик такой есть. Алкаш. Вчера уснул в подъезде, засранец. Ну давай. Че это такое? Опять кишки лежат. Опять питерские разборки, смотрите. Там вообще дикий гоп-стоп, по-моему, происходит. Вообще мясо непонятное. Причем непонятно, кто против кого. Вау, полегче. У вас есть неиспользованные очки? Да, у меня есть неиспользованные очки. Так, вот. Отлично. Сбираемся на гору. Все, тишина, наконец-то. Тут этот гул меня уже достал. Блин, найдите место мистера Волкана. Чё за... А, вот это может. А это кто? Сюда погнали. Опять ща пердёж будет тачки. Можно как-нибудь глушак поставить, не знаю. Ой, или не глушак, а что там, ну чтобы не было шума этого грёбаного. Меня бесит уже. Потому что мне от меня там ничего. Вот вам ни хрена меня из-за него не слышно. А потише сделаю. Да, шум станет тише, а вот остальные звуки, ну, когда я выйду из машины, будут почти не слышны. А, понял, смотрите. Сигнал хреначит, слышите? Вау, здоровяк, я его на тачке хотел сбить. Что это такое? По-моему, сигнал стал слабже, нет? Джамаль. Латиф. Пошел ты. Слушай, а может он здесь есть? Ты Волков? Не похож на него. Блин, а он здесь или где? Блин, а как я его найду? Чё за бред вообще? Что-то я не догоняю. А! Не, не понимаю все равно. Самолет что ли где-то есть? Ну блин. Это какая-то хрень. Ну-ка еще раз, где моя точила? Вот она. Слушайте, давайте круг навернем, может быть звук изменится. Пиканье этого. Опять эта хрень взрывающая. Кстати, немного урона наносит. Блях, ты ну, почему так много? Вот, слышали, звук начал уходить. Слышите, звук стал лучше. Звук примерно такой. Давай, иди сюда, будем тебя пидрить сейчас. Ну-ка, чпоньк на. Все, хлеблец. Хлебец, а он еще жив, гад, смотрите-ка. Какой активный. Пошел отсюда. Там что ли где-то, не пойму. Так, тихо. Давай. Хоть бы здесь. О, смотрите-ка, это я первый раз вижу. А, вот птичка, только я сказал, что птичек не вижу. Ну ладно. Дохлая, правда.
Ну? Кто шумит? О, смерть, опять это. Фигня. Нет, смотрите, здесь опять звук пропал. Значит, тут где-то. Тут опять звук пропал. Да ёптить. Может, я что-то не догоняю? Может, в тачку надо вернуться, реально? Блях, муха. О, о! Вот тут что-то. Во! А, это трава. А где он? Он где-то тут, да? Ну там что-то белое, пойдемте туда. Во, ништяк, давай. Хорошо, что ли? Guys, I found Dahl's transmitter. See, Tolga? Told you he was going to find him. Pay up. Wait, Crane. Is Mr. Dahl all right? It's hard to say. Ha! He's dead! You lose, Vadim! I don't know if he's dead, guys. I just found his backpack. No sign of the man himself. Any ideas? We're geniuses. Of course we have ideas. We're prepared. Not that we didn't trust the man, but he has another transmitter in one of his shoes. Set the tracking device to your second channel. Да вы охренели, что ли? На его обуви. Вы чё, совсем? Он уже в зомби превратился сейчас кого? Зомбаря искать. Знаете, в чем проблема? Потому что они могли сразу мне сказать про второй передатчик, идиоты. Зачем мне про этот рюкзак грёбаный? Так, где моя машина? Вот. Тихо. Здесь звук четче пошел, кстати. Да давай ты. Погнал. Дави негров и белых тоже. Так, надо глазам дать отдохнуть. Поморгать. Так, тут сигнал хуже, значит идем туда. Так, тут лучше. Значит, тут правильное направление, наверное. Так, ну на этой стороне где-то. Опять нет. Назад едем тогда. Слушайте, может туда куда-нибудь? Ну чё, тут какой сигнал? Вообще он исчез, сигнал. Вот жопа. Тогда идем на противоположную сторону. Пошел в член, чувак. О, на, взорвался там кто-то. Так, тут сигнал снова появляется. Так, он мне не отстанет, да, от меня? Давай, стенка на... Что это было вообще? Охренеть. На! Так, понял. Вот так вот все. Связывайся. Может туда, в противоположную сторону? Ну, давай попробуем. Да, сюда куда-то. Во-во! Слышите? Вот тут где-то. Тут где-то кто-то, видимо. Сейчас в машину вернемся, пожалуй. Давай! Мы должны найти этого гребаного чувака. Я прислушиваюсь просто. Слушайте, я не пойму. Я вообще из зоны поиска выехал. Может, он где-то уже у наших там? Ну-ка еще раз вернемся на ту точку. Так. Вот тут где-то хорошо ловит. Как Wi-Fi как будто ищем, да? Не-не-не-не-не-не-не-не. Во-во, слышите, тут прет нормально. Нефиг круг и распускать. Тебе того же.
О, здоровяк. Давай, иди сюда. Потерял, что ли? Капец какой-то вообще. Сколько их тут? По трубе пойдем. Да блин, где он? Ну смотрите, тут. Тут хор. Тут хороший сигнал, так ведь? Во, он тут по-любому. Я же говорил. Где-то здесь. У Джазира, наверное. Джазир, ты не видел тут такого? Какого-то чувака. А где мне его искать? Может, он где-то тут прячется? Ну, тут, в принципе, территория небольшая. Сейчас вот так поищем, побегаем. Блин. Но эта сволочь где-то здесь. Как будто бы это я бегу. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ну блин, сигнал вот тут усилился, все. Больше я не знаю, что делать. Давайте-ка вылезем, пожалуй. Может, он у входа там стоит? Сейчас проверим. Нет, смотрите-ка, здесь хуже стал сигнал. А здесь? Здесь лучше опять. Что-то нашлось, что ли? Ой, блин. Сложно. Как-то. Какое задание по сложности? Легкое, блин. А мне сложно почему-то. Но, блин, да где? Найдите мистера Волкана. Вы, ребят, вы не знаете, где он? На сигнал тут идет. Хороший сигнал такой. Ну, может быть, тут никого не может быть явно. Сигнал. Здесь сигнал не усиливается. Вероятно, что он. Слушайте, может, он в доме в каком-нибудь? Так, это не он. Это тоже, походу. На втором этаже. Что вы об этом думаете? Да нет, тут люди спят днем. Эски, that's Erkan's daughter, right? No, that's not her. That's what's left of her. She was the happiest person I'd ever known, but now. I'm sorry, but she's conscious, right? Conscious, yes. But the longer she lies there, the more I feel like she just doesn't want to. When she was still speaking, she told me they hurt her and her mother. They shot her brother in the face, Kyle. Made her watch. All right, I'll take care of it. They won't hurt anyone else. Yeah, of course. Sorry. I just think I've heard it too many times before. Короче, сейчас я его поищу и включу запись. Так, ребят, короче, смотрите, тут что-то пищит дико. Может быть, он здесь? Вот, мне кажется, он в этом сарае, в этом баре. Вот это, что ли? Hell, you're not Vulcan doll. Was I supposed to be? Where did you get those boots? Hey, he didn't need them anymore. Lay off. Did you kill him? Where is he? Hey, he turned. I killed a monster, not a human. Shit. Where? Shot him straight through the head. No, you idiot. Where is his body? Oh, not far from here. Listen, I can pay you for these boots if they're so important to you. No problem. Just forget it. Понятно. Короче, он сказал, что тот чувак превратился в зомби. Guys, я на ему башку погнал. Teen Tolga, you there? Where'd you go? God damn it. Help! We're surrounded!
Scream louder, Fatin. Maybe they'll figure out where. The train! On the bridge! Чё? Go away! Tell them we have portable photon throwers. A photon thrower? Mm. That's just a flashlight, Tolga. As if they know what photons are. Bastards! Tolga, cover me! With what? A stick? Get away from that door! Чё за нафиг? Отомстите за семью экрана. А чё это там так? Ну ладно, потом. Всё, я нашёл его. Всем пока.